Приветище, это Нек. Два, и мы находимся на арене. Да, именно два. Два, потому что я один, но нас два. Я сейчас раскидаю вот этих двоих. Че, погнали. Ой, как ты палкой тыкаешь в меня. Давай. Хопа, пупковый. А тебе наш ной. Сейчас я тут всем покажу класс. Хия. О, один готов. Как ты, куда это он наверх улетел? Кто дальше? На. Кстати, говорят, что град ударов похож на анимационный мультфильм Джо-Джо. Я не смотрел этот фильм. Мультфильм или аниме, я не знаю, что это точно, но очень много кто написал об этом в комментариях. Кто за мной? Я один. Ладно, я сделал это. Оу. Собирай реликты, собирай. Нате. Град ударом. Выкусил. Град ударом. Еее. А это мус ноги. Превосходно. Великолепно, я бы даже сказал. О, щитом, чувак. Что сделать против щита? Че? Ого, ты видал? Ты видал, что он сделал? У него, короче, щит превращается в оружие. Очень опасное оружие. Кия кунг-фу. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ай, задел. Готов. О, он еще и кидает его, как бумеранг. Ничего себе. О, я ему щит сломал. Ха-ха-ха. Готов. Ну, хватит, может быть. Я отдохнуть вообще хочу после длительных путешествий. Я сюда к вам пробирался через руины опасные. Дрался с роботами, дрался с гоблинами. И, может, отдохнуть хочу. Все, хватит. Хватит наблюдать, как я сейчас отхватываю. Ну, давай, кинь. Кинь кинжал. Кинь в меня кинжал. Ага. Я вспомнил, что я могу... А, да пошел ты! Как ты меня достал? Да давай мы суем в реликтов. Вот, все, отлично. Готово. Так бы сразу. Да ну нафиг. Вы задрали. Вы что, хотите экшена? Доктор, Лукас. Как, доктор, как твою подругу зовут, забыл? Это, помогите, вытащите меня отсюда. Что это за голодные игры, я не понял. Как же подругу-то звали? А, забыл, с головы вылетел. Ладно, забили. Это не так-то важно. Важно то, что она теперь ходит без тросточки. Ой-ой, о, вот это нужно, давай, вот. А я успел вовремя схватить. Ой, неуязвимость. Мне сейчас чуть пука не разрезали. Это было бы больно. И уязвимость подходит к концу, но я уже почти тут всех раскидал. Почти. Вау, мощно. Кстати, тут могут быть тайники, да? Тут могут быть тайники? Да, две сокровищницы. Уменьшится, чтобы запрыгнуть наверх. Блин, ладно, значит, сейчас, минуточку, я тут быстренько так оглянусь. Запрыгиваем сюда наверх. Вот этот янтарь. О, янтарь можно собрать. Ха, в окошках янтарей разбивай. Украдывай чужой янтарь. Так, подожди. Украдывай. Кради. Как будто я не славянин. Опс. Готово. Жучку досталось. Совсем малех. Кавабанга! Пупочек мой, занюхни! Пупковый удар, блин. Обожаю его. Просто такой балдеж на самом-то деле. Чтобы оглушить кого-нибудь. Так, шары, смотри, падают в дырку. Простите, в отверстие. Техническое отверстие. И заново появляется с другой стороны. Ага, понятно. Значит, у меня есть идейка, смотри. Мы уменьшаемся. И можно бежать вот так вот. Прямо мимо них. И они мне ничего не сделают. Обдурили систему. Да. А теперь запрыгиваем сюда. И все. Вот так вот. К зрителям не забежать. Ладошку мне пожать. Ну, можно вот так вот сделать. С этой стороны тут можно куда-то запрыгнуть? А. Сокровище. Ну, где же мои сокровища? Янтарь, подожди. Янтарь здесь очень нужен. Хотя у меня уже полные штаны. В принципе, не так уж и... Не так уж и нужен оказался. О, смотри, как у настоящих ниндзя. Учебка. Как у них в учебках во всех вот такие штуки всякие. Хоп. Здорово. Мне град ударов понравился, дико. Я теперь, походу, его буду юзать больше, чем пупковый удар. Янтарчик. Хоть у меня его и достаточно, но все равно заберем.
Жадность фрая разгубила. Янтаря набрал полные штаны и отяжелил от тебя. Добро пожаловать на испытание истинной силы. Может, хватит уже? Я мне доказал, что я сильный, что я крутой. Я хочу апперкот научиться делать, слушай. Чтобы подкидывать всех противников. Ой, зря я это сделал. Ха, убежал. В маленького превратился, а он не смог меня достать. Вот так вот тебе. Готов? Истинная сила. Нет, ты не успеешь замахнуться, потому что я... Уходим. Успел. Круто. Ай, не успел. Обидно. Ничего себе, ты с ноги. А если я с ноги тебе? Вот так вот. Ну давай, 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 еще раз. Выкуси. Выкуси. Не-не-не, против своего братюнька не буду драться, вы шо? Ну хотя, какой это братюнёк, да, это какой-то обсосок. Сразись со своими творениями. А, с похожими на себя творениями. Да это обсосок он. О, он реликтами умеет стрелять? А чё я не умею стрелять так реликтами? Какими-то зелеными? А вот так умеешь? Ого, ничего себе. А с ноги вот так умеешь? Блок поставил. Он блок поставил. Подожди, подожди, отбивай, отбивай, отбивай. Ты же можешь. У тебя щит есть. У тебя щит есть. Эй, эй. Ой, ё, досталось. Давай. Вот, отлично. Вот так бы сразу. Реликты засасывают. Да блин. Так, ладно. Блин, прикинь, он щит отбивает. Нифига себе, я его пробить не могу, что ли? Серьезно? Как же ты смог спасти мир? Тремя простыми ударами и пинком? Еще он прыгает! Эй! Ты много знаешь, но великому воину нужно знать больше. Это что за Розенган, ё-моё? Энергия реликтов. Та самая, что связывает части твоего тела. Итак, соберись и бей! Че, все, сейчас я их раскидаю. Да он просто блочил удары, так бы я бы его раскидал. Зажмите. Оу, вот это я понимаю. На! Тут началась реально какая-то матрица. Все, это какой-то кунг-фу, слушай. В позу встал. Аиста там, я не знаю, обезьяны. Тяжелый удар способен дробить камни. Сертификат мощного удара получил. Я как будто на курсы записался какие-то, знаешь, и в конце курса получил сертификат. Сертификат мощного удара. Ой, ну он крутой, слушай, этот мощный удар. Кулак в такую фигню превращается. В булыжную. На, занюхни моего кулака. У меня новый удар любимый появился, кажется. Ну, короче, надо побольше реликтиков, иначе я слабее же бью. О, пробил щиток. Отлично. И тебе тоже наваляю. Это уже второй, получается, идет, да? Готов? Да ё-моё. Надо уворачиваться, просто я про ворота забыл. Вот эти вот штуки. Столько много ударов появляется, и ты про что-то обязательно забудешь. Не-не. Епа! Хпа! Епи! Епи! Ладно, тебе этот удар не понравился, вот этот. Нюхачий кулак я его буду называть. Да. Типа занюхни кулачок. Он такой, знаешь, это приближается к твоим ноздрям очень быстро и в больших размерах. Поэтому занюхни кулачок — отличное название. Я бегу, я бегу. Мне налево надо. Опс. Единственное, я про тайники опять забыл. Слушай, где же тайнички? Куда их тут заныкали? Тут по-любому стенки можно было какие-то разбить. Ну ладно, придется. Талант есть, можно талант прокачать. Буду надеяться на твои глаза, то, что ты все заметишь и отпишешь мне в комментариях, где я что забыл. Значит, мы сейчас прокачаем с тобой супер уклонение. Вы сможете переместиться за спину атакующему вас противника. Вот то, что нужно. То, что нужно.
Покажите, пожалуйста, как это еще раз выглядит. Еще раз покажите. О! Что это? Что это открылось? Вы открыли для себя путь силы. Путь силы, будь сильным. Так, подождите. Я хотел посмотреть, как уклонение за спину здесь. А, сквозь него пролетаешь, получается. Все понятно. Путь силы. Что у нас здесь есть? Усиление атаки, пупкового удара. Вот это круто. Усиления атаки мне всегда не хватало. Мне хотелось, чтобы пупковый удар всех разносил. Все, кто меня окружает. С одного удара пупкового. Это было бы круто. Усиление атаки. Ну, короче, все атаки здесь усиливаются. А вот это последнее, что дает нам, непонятно. Закрыто. Окей. Е-е-е, все радуются, непонятно. То ли они фукают, то ли они радуются. То, что я их армию громлю. Пупковый заряд. О, неуязвимость. То, что нужно. Когда есть неуязвимость, я понял, что ее нужно брать. Иначе можно очень потом пожалеть об этом. Я прям под музыку бью, слушай. Под биты. Все. Биты закончились. Кия кунг-фу сейчас я вам покажу, ребятки. Янтаря нигде нет, в окошечках одни лица торчат. Ты-ды-их! Бы-ды-их! Шпих, ты-ды-ды-их! Они прикольно так упрыгают, вот бы мне бы так упрыгивать. Оу! Вот это я не заметил. Здрасте. Ой, кажется, мне надо обратно форму вернуть свою. Кстати, как насчет... Вот, смотри, круто, я за спину ему увернулся. Как настоящий ниндзя. Янтарчик. Ну где же тайники? Зажмите, чтобы... Ага. О, сейчас он катится на меня, и я такой... Фига! И сломал его. Фига! Нек, я даже тебе не показывал, чтобы ты бил в спину, да. В стену. Он сам по себе просто взял и в стену побил. У тебя что, груш мало, что ли? Зачем стенку бить, не понимаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Повернулись. Запрыгнули и спрятались. Надя. Здорово, парни. Ладно, все, короче, надо завязывать с ударом. А нюхачом. Потому что... Ну давай еще разок, рискни. Потому что надо другие использовать удары. О, жучок, жучок, жучок. Не достало. Ну ладно. Некоторые, кстати, в комментариях писали, что жуки показывают место тайников. Ну, может быть и правда это так. Тут, подожди. Кстати, окошки тоненькие, внизу есть такие, знаешь, как канализационные. Может, я в них в уменьшенном размере могу попасть? А я ж не пробовал. Янтарчик сейчас заберем. Погоди. Вот тут, кажется, пройти можно. Точно. Вот я понял, где я пропустил тайник. Вот такой же момент там был. Стой, а мне вот именно сюда, что ли, нужно идти? Минутку, подождите. А если я сюда пойду? И сюда можно пройти. А-та-та-та-та. Он меня хотел раздавить. Смотри, как он меня дает. Прыжком. Как таракана здорово. Ладно, пойдем. Там, походу, сокровищница 100% спрятана. Я тут должен пробежать, да? А тут вот так вот. Хопа. Здесь я спрыгну обратно, по всей видимости, да. А тайник вот здесь, в окошке. Ладно, один нашли. Хорошо. Один я пропустил, видимо, в самом начале. Что это за устройство такое? Деталь преобразователя энергии. А, ну это, кстати, классная штука. Аквамариновый реликт нам не нужен. Значит... Че, это последняя деталь? Прикинь, все, я собрал преобразователь. Крутяк! Он похож, знаешь, на мясорубку. Ой, ой. Вот как он преобразовывает янтарь в опыт. Подожди, он должен янтарь в реликты преобразовывать. После того, как индикатор янтаря заполняется, устройство преобразует весь лишний янтарь в энергию реликтов. То есть вот эта синяя фигня, это не опыт, это энергия реликтов правильно называется? Вот это поворот. Ладно. Я думал, что синенькие огоньки это опыт, но он здесь называется как... Энергия реликтов. Как это все замудрено. Ладно, да, хорошо. Сейчас тут будет главный какой-то. Впечатляет, Нек? Из да? Всех, с кем сражались наши воины, ты сильнейший. Я сильнейший. Потому что она мне дала нюхачий удар. Еппи! Боксер, приз получен.
Я же говорил, что я от рождения боксер. Ну давай, давай, рискни. Черт. Удачно, удачно. Влад, я хочу просто показать, шоу сделать для людей. И показать, что я дерусь. О, там этот, братюнёк мой. Третий братец. О, он вихрь запустил. Как я в первом лайке, слушай. Ничего себе. А ну отойди от меня, отойди от меня. И ты тоже отошел. Чё ты делаешь? Он с таким кулаком ужасным бежал. Мне аж страшно стало. Прям капец, как страшно. Последнему испытанию. А эти откуда вылезли? Их всего три там было. На тебе. Когда я уже начну реликтами стрелять? Так, у ворота, все. Пошли у ворота. За спину сейчас кому-нибудь. Хоп, и за спину. Ой, нет, 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 нет. Вот когда он вихрь делает, за спину это бестолку. Вообще, бестолку. Это очень плохо. Это плохая идея. Янтарчик соберу. А, спасибо. Он мне подбил янтарь. Черт. Это капец. Нет, 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 нет. Надо одного ушатать, потому что вдвоем они... Черт. Они слишком меня долбят. Последнее испытание чересчур. Давай, ушатывай. С ноги ему что-нибудь сделай. Да капец. Они сейчас тебя ушатают, Мэг. Это очень плохо будет. За спину. Да вот, есть, минус один. Вот это уже будет проще. Вот это проще. Да, тяжеловато против самого себя же. С такими же способностями драться. Знаете. Готов. Съесть мой нюхач. Что-то я еще кланяюсь. Нек, ты брось. И помни, там очень опасно. Знаю. Пообещай, что будешь осторожен. Я обещаю. Послушай, Лукас, она права. Точно не холодно, милый? Ах, да нормально. Ах. Эва, милая, смотри, не увлекись. Серьезно, я справлюсь. Что ж, удачи тебе. Пока вы будете на перевале, я обсужу с Ксандром это все. Посмотрим, можно ли... Возможно, мы договоримся. Так, у нас есть новая подружка. Глава 3, часть 2, через гору. Они перестанут относиться как к ребенку. Они о тебе заботятся. Знаю, но... Так, вот эти двое, два детеныша побегут за мной. Два детеныша человеческих, да? Как бы не очень хотелось. Опа, знакомые ребятишки. Улиточки, которые норовят мне надавать люлей. Такие мысипуськи, а такие дерзкие. Значит, получается, что у нас тут теперь три сокровища. В прошлом пропустил одно сокровище. Так что ок. Надо будет вернуться. Пиши в комментариях, где я его там пропустил. Но оно где-то в начале было. Где вот я янтарь тоже сбоку сбивал с ноги. Вот он там где-то был спрятан. Ну-ка. Здесь не пройти? Это должно быть гоблины. Они просто обожают все ломать, да? Че вы за мной ввязались? Не могли с бабушкой, с дедушкой посидеть, а? Кия! Ребят, хотите, я вам прикол покажу? Смотри. Кия! Мой кулак размером с этих синих гоблинов. Это так забавно смотрится, когда я их выношу вот этим ударом. Прижег. Пизёк. Или не прижег. Вот, кстати, можно янтаря сейчас тут достатки набрать. Черт. О, а это кто такой? Землерой? Ты чё такой здоровый крот? Он в броне был. А теперь не в броне. Ясно. Жуткие тварины появились тут. Ну, чтобы наверх запрыгнуть, понятно, мне надо уменьшиться. Сейчас мы это сделаем. Превратимся в малька. Черт, не достать. Путь в обход. Да ты гений! Лукас. Люкась, кукась. Видал, как могу? Люкась. Мне так нравится его имя. Люкась. Звучит, как будто... Тинейджерское имя, короче. Как насчет этого? Узко. Но должно получиться. Узко. Да ты тощий. У тебя там пупок к спине прилип. Сможешь пролезть, что ты... Ой, я хотел отбить твою стрелу. Смотри, Лукас, вон там зашки. А, это не Лукас, вон. Чего ты там руками машешь?
Спустись сюда и сражись с этим гоблином. Покажи ему. Лукас, наверное, в два раза больше, чем вот этот гоблин синий. По идее, чё их бояться? Ну, у них лук есть. Вход в наши шахты впереди. Угу. Они могут Лукасу в ягодицу стрелу запустить. Это опасно. Приветствую, юный лидер. Здравствуй, Гаррет. Будьте осторожнее. Здесь повсюду шныряют гоблины. Да они ж со мной. Это я расшвыряю гоблином. Не переживай. Все будет оки-токи. Сюда, да? Да. Древнее поле боя на другой стороне шахты. Какое запустение. Ксандр давно ее закрыл. Он не очень-то доверяет оружию из металла. Ну, не знаю. В драке с гоблинами оно незаменимо. Воу-воу-воу, бежит на меня. Двоих, по-моему, ушатал. Где ты там? Ой-ой-ой. Знаешь, он на кого похож, вот этот крот? Бурильщик. На инструмент у стоматолога, которым бурят зубы. Такой же звук. И он камни начинает бурить. Как зуб. Тут нужно что-то потянуть, по всей видимости. Чтобы открыть ворота, нам понадобится что-то тяжелое. Мы стараемся держать гоблинов подальше, но что-то не очень получается. Блин, они в прыжке, когда их не задеть? Я понял. Мне нужно отъесться, набрать массу, чтобы я был жирненьким, и тогда мы сможем запустить тот лифт. Не вопрос. Сейчас отождемся. Эй, гоблин. О! Чё? На тебе. Как тебе мой новый удар? С ним ты ко мне близко не подойдешь. Было бы прикольно. Это знаешь, что, на что похож вот этот удар? На резиновую руку. Как у великолепной четверки. Там же был резиновый чувачок. И у него ворот. И у него рука так же делала. Или как эластика. Из суперсемейки. Суперстрела отправилась в супер... рожу гоблина. Вот тут наверх не залезть. Вон там янтарь есть, смотри-ка. А, там где-то тайничок есть. Тут где-то есть проход, чтобы оттуда спрыгнуть, где янтарь был. Ха. Черт. Слабенькие ручки не могут пробить щит. А, ну вот, мы сейчас к этому янтарю и придем. Угу. Ух, сколько тут реликтов. Так это ж хорошо. Я сейчас стану жирненьким, чувак. А, здесь выйти? Блин, а как тогда туда пройти? Подождите. Минуточку, секундочку. Там вроде не было проходов. Ну, может, то, что я сейчас побольше стал, я смогу запрыгнуть туда? Давай попробуем. Вон туда вот прям... Даже если я уменьшусь, никак. А вот это вот что тут? Понятно, короче. Туда как-то можно забраться, но пока не можем. Как-то можно, но не можем. Может, я... Зачем ты лестницу сломал? Вот зачем? Она могла нам помочь. Хорошо, все, пойдем, короче, этот грузовой лифт запускать, и все. Идем дальше. Это подойдет. Камни. Может, я их присосу? Каменный Нек вернулся. Кто же? С каменной бородой. Ух ты! Впечатляет. Это я его научил. Это железный Нек. Ну ладно. Таким Нек становится, поглотив металлические детали. Пока детали держатся на месте, он неуязвим к атакам. Железный Нек побеждает противников тяжелыми мощными ударами. Гляди, я держу. Оба, Нек. Железный удар. Подожди. Ого. Ого. Это что за нунчаки? Вот железный удар. Ого, какие кулаки у меня, смотри. Как будто я гирю огромную взял. Как по наковальне луплю. Так, а что еще какие? Какой там еще удар-то был? Так, ладно, короче, можно зажать и бить вот такими когтями. Знаешь, это похоже на что? В Марвеле-то был этот
пантера. И у нее когти были, и он тоже так быстро бил. Хотя нет, он так быстро не бил. Ну, короче, это мне напомнило почему-то пантеру. Нифига себе, как я увешу. О-хо-хо-хо, круто. Балдежно. Вот тут камень можно убрать. Вот. И типа подняться, что ли? А он не работает почему-то. А, еще камень выпустил. А, это я могу броню свою восполнить. Все, я понял. До меня дошло. А можно мимо вас просто пробежать? Не, они просто так не сносятся. Я думал, я большой, относительно большой их размера, и могу ногой их спнуть, когда мимо пробегаю. Но нет, так не прокатит. Я, видимо, еще не слишком большой. Они ко мне вообще не подойдут. Не подойдешь. Нет, подошел. Водощель все-таки, скотинко. Как мне нравится лестницы ломать. Ай, про тайники. Надо не забывать про тайники. Тут три тайника должно быть. И я... О, железная статуя. Если сбросить металлические детали, нужно нажать эту кнопку, чтобы обратно забрать статую. Прикольно. А, погоди. Еще разок. Они образуют статую, чтобы забрать детали. Разбейте статую. Вон оно что. Ну, я разбил камень и все тоже забрал, да? Так, подожди. Вот там вот есть... Ну, ты уже увидел. Ты уже видел? Там вот есть... Ну, туда бы как бы мне запрыгнуть. Как туда запрыгнуть? Вот, вот скажите мне. Вон там тайничок. Я фиг его знает, как туда попасть. Короче, сюда надо будет потом вернуться, когда будут определенные способности, типа тройного прыжка, либо длинного рывка, я не знаю. Ой. Ой-о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 й. Не-не-не, бугай. Ты перестань, ну ты перестань. Черт, промахнулся. Стопы. За спину сейчас попробую. Хоп. И камень. Хоп, за спину. Ай, задел все-таки. Был одет, и я стал голенький. Еще железо. Как глубоко это же. Некоторые тоннели тянутся на мили. Не отходи далеко, а то потеряешься. О, это же так прекрасно, если он потеряется. Он все время меня преследует с первой части. Да вы че, я только зашел. Я только зашел, а вы... Я же просто поиграть хотел с вами, раздать вам люлей. А получил сам люлей. Это знаешь, это... Когда начинаешь беситься, и ярость выходит из тебя. Вот так вот это все выглядит. Так, ладно. Что мы тут имеем? Можем запрыгнуть туда наверх. Жучка я не достал. Это тоже железо, отлично. Тут может быть что-нибудь интересное, вроде бы нет. Это сломаем. Расфигачил этих противных улиточек. Ну что, ты не можешь сломать камни, что ли? Вот. Куча опыта. Здорово. Но нам, походу, теперь наверх. Я здесь все обыскал, все осмотрел. Блин, вот напрягает искать тайники. Они вот где-то рядом, вот прям чувствуешь своей пятой точкой, но не видишь ты их, не видишь. А вот, а если ты смотришь, получается, как от третьего лица, то ты все видишь. Это я про тебя говорю, да. Про тебя, про подписчика, да. Ну ладно, наконец-то. Парни, у меня железо кончилось. Вы так сильно меня не бейте. А, тут вернулся. Не вернулся. Ё-моё. Меня размотали. Я сделал рывок, но он был слишком маленький, потому что я был тоже маленький. А, надо разобраться с лучником. Вот, с лучником разобрались. Хорошо. Вот эта тактика мне нравится больше, чем предыдущая. Бегай и бей. Ты суровый чувак. Может, тебя скинуть просто отсюда, да и все? Черт. Да когда-то уже. Он выбрал мою тактику. Прыгать и бегать. Поэтому был убит. Туда можно пройти, если будет много масс. А там, кстати, энергия реликтовая.
Так, не перепутать бы тут ничего. Куда мне идти? Я просто тут не вижу больше железа. Где железо-то забрать, чтобы мне туда попасть? Или мне просто изначально нужно было... Так, я сюда могу, да? Сейчас, я просто сюда за железом хочу спуститься. Тут есть еще железо? Да, вон есть. Сейчас я наберу его и попробую туда запрыгнуть за реликтовой энергией. Отлично. Вот, я стал тяжелее. Все, пойдем. Должно сработать. А, ну как я наверх-то ее подниму? Как я ее наверх подниму? А для чего вот это вот? Нафига оно раз заработало? Я могу это остановить. Ну ладно. Короче, наверх я железо все равно же не утащу. Я что-то затупил. Затупил, хотя... Все, я понял, как туда железо затащить. Угу. Я забрал это. Встаю сюда. Здесь оставляю статую. Вот. И вот так вот делю. Вот так вот. Опс. Опс. И поднимаю ее. Мне сил-то хватит? Хватит. И вот теперь я такой вот мощный. Иду забирать вот эти вот штучки. Реликтовую энергию. А, нет, там сокровища. А, нет, это да. Это энергия. Я начал... Подожди, так тут и сокровища. Вон. Нифига себе, чуть не пропустил. Интересно, это первое или второе сокровище, которое нашел? Наверное, второе. Что за фигня? Тайная комната, в которой я нашел деталь разрушителя кристаллов. Позволяет разрушать янтарь на расстоянии с помощью удара телом. Оно также позволяет разрушать суперкристаллы. О, классная штука. 4 таких надо запчастей найти, и будет мне счастье. Так, это получается я... Да, это я второй нашел. Первый пропустил. Где-то был первый, но я его пропустил. Ну, ничего страшного. Ты мне напишешь комментарий. Да-да, там было такое интересно. Обзавидуешься. Короче, напиши мне комментарий, где я пропустил первый, я вернусь и заберу его. Блин, а как же мне железо-то с собой забрать? Как же мне железо с собой собрать? Поближе просто встать, может быть. Ай, это больно было. Но статуя здесь не сформируется, потому что тут вот эта... Она сформировалась, статуя. Я просто думал, если близко встать к этим дробилкам, она статую раздробит, и я вернусь. Хотя тут вот камень есть. Не проблема. О! О! Я сделал из своего тела цепь. Чё-то мне это напоминает, капец как. Где у нас хлыст был? В Лего, да? И где еще хлыст был? В Мишке? Да, о, Мишка, не. Мишка в мрачной сказке, не напоминайте мне, пожалуйста. Я там так бомблю сейчас. Давайте, скройтесь с глаз моих. Ну почему, зучки такие тонкие? Значит, кристалл... Опа, тайник. Я вижу тайник. А как туда запрыгнуть? Как туда запрыгнуть? Может, что-то потащить? Может... Подожди, может, смотри, как сделать. Я на статую свою смогу запрыгнуть? Как думаешь? А, нет, я на статую не могу запрыгнуть, потому что я ее сразу подсасываю. Но тут есть ящик, вон. Тут есть ящик, который я смогу, видимо, выдернуть. Видимо, выдернуть. Для этого я оставляю здесь камень. Он будет стоять. Ага. Я начинаю понимать сейчас механику, как тут что нужно делать. Въехал. Ага, не пролазю так. А для чего рубильник, интересно? Пока что я его не буду жать. Я сейчас тут все сделаю. Потом нажму. Вот так вот. И еще. Нифига себе, как все рядышком, оказывается, было. Еще одна сокровищница. Аквамарин. Нет, аквамарин мне не нужен. А, ну все, у меня тут выбор только из реликтов. Че будем собирать? Рубиновый. Чего меньше, то и будем... А, их по 20 штук обоих надо собрать. Ладно, давай тогда рубиновый. Красный цвет, он такой яркий, красивый. Коллекционер кристальных реликтов. Кристальные реликты. Собирая кристальные реликты, вы получаете возможность использовать различные вариации кристального нека, каждая из которых обладает уникальными способностями.
Вот здесь вот это звучит многообещающе. То есть у каждого Нека, то есть аквамаринового, либо рубинового, у него будут свои способности. И я бы на них посмотрел. То есть ради этого стоит собрать вот эти реликты. Так что здесь запрыгиваем. А здесь вот что-то... А, все, понятно. Я думал, тут можно что-то активировать, потому что там в щели увидел зеленое свечение. Ну, отсюда железо вытаскивают нам. Окей. Так, я только не понял, что я сделал. А я сделал вот это вот, по-моему, да? Там вон сверху есть цеплялки, но он что-то не цепляется, не хочет. Так, подожди. Подожди. Как бы мне туда подняться? Как бы мне... А, так что я туплю? Есть же ящик. Мне его надо сюда просто затащить и все. А, он туда не затаскивается. Вот проблема. Тогда, тогда... И сюда тоже не затаскивается, да? А, ну вот, да, логично. Использовал подсказку, и мне сразу показали, куда его лучше поставить. Что как бы... Да. Затопил. Только что тебе говорил, я понял механику игры. Понял механику игры, я обосрался. Вот. И теперь отсюда я могу себе это позволить. Но прежде мне нужно забрать железо. Ага. Да хватит подсказки использовать. Отключитесь, пожалуйста. Я дальше сам соображу, чё кого. Чё кого. Или я настолько потерян. Ну да, я настолько потерян, что даже не могу зацепиться нормально. Давай. Да не это ты делай. Цепляйся. Хоп. Раскачиваемся. Хоп. Хоп. Здесь надо быть аккуратным. Опустили не вовремя. Поднимите, пожалуйста. Опс. Вот так вот тебе. Прыжок. Не успел вернуться. Здорово. Значит, можем подняться наверх туда, к железу. Что я сейчас и сделаю. Надо восполнить железячки. И теперь тащим сюда. Парни, ловите. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. На тебе. На, ай. Черт. Готов? За спину надо было, за спину. Черт. Вороты меня раздражают. Они не работают так, как я хочу. Я хочу за спину. Вот так вот я хотел изначально, но... Что-то пошло не по плану. Ага, это круговая атака. За спину бесполезно было. Я тоже так могу орать. Да черт, ну почему ты так долго заряжаешь свой кулак? Наконец-то. Твой джойстик должен быть продолжением твоих рук. Но нифига так не работает. Нифига. Мне нужно железо, чтобы открыть эту фигню. Ладно. Где железо взять? Где железо? Вот здесь железо можно взять. Потащили. Давай, Нек, ну не ленись ты. Отлично. Вот железо есть. Наверное, надо будет... А, с одного куска сразу все восполнил. И я ростом сейчас 3 метра 32 сантиметра. Открывайся. Может быть, уже завязывать с этой главой, а? Я задолбался шахтером работать. Наверх можем подняться для того, чтобы... Для того, чтобы просто наверх подняться. Ладно. Вот что это? Почему тебя в бок скинуло? Мы активировали мостик. Чтобы пройти сюда? А, я понял, я понял. Сейчас мы этим лифтом поднимем свою железную тушку. Не вопрос. Не вопрос. Это забираем. Тушу здесь оставляем. И побежали.
Хопс, шлепс. Все, поднимайся, тушка. Я жду тебя наверху. Цепляйся, вот эти штуку удибли. Вот к бортику подходим. Давай, вода, пошло. Какая горилла тут скачет. Жилет заберем. Реликтики возьмем. Давай снова запускай свою лиану. У меня сердце в пятки ушло просто. Это... Так обосраться, так опозориться. Вот тут спрыгнуть можно, вот между прочим. А почему, как так вышло, что я там упал? Просто не долетел, у меня не появилась кнопки зацепиться, вот и все. Как бы... Запрыгнул. Опс. Ой, нет, ребята, нет, ну вот... Ладно, давно не использовал попковый удар, поэтому вот. А ты занюхни. Да не ты, а вот этот занюхни. И ты тоже занюхни. Получены новые навыки. Давай быстренько усиление сделаем. Так, значит. Либо копить 4 кристалла, чтобы добивающий удар сделать преграде. При ударе градом. Значит, либо вкачать им... Усиление атаки. Я хотел усилить атаку пупка, поэтому давай усилять атаку пупка. Я прям вот грезил об этом, чтобы разносить с одного удара противников. Так что да, вот все, отлично. Тут мне что? Ага, двери можно открыть. Если у меня будет железная туша. Железная туша у меня сейчас будет. Оп, опс. Кстати, там есть телепорт-цветок этот. Почему я не могу реликты через щели, вот, допустим, через решетку перетащить? А потому что так задумано в игре. Мало ли, что ты хочешь, мало ли, что ты думаешь. А что, не допрыгну? Мне показалось ли кто-то тут это... Что-то в ухе каком-то звенит? Какой-то голос такой писклявый. Кто это что сказал? Слышалось такое, знаешь, квантам. Ух ты, так холодно. Шарлотта была права. Осталось немного, Лукас. Потерпи. Идем. Как же так? Ну что ж, на сегодня это все. Если понравилось, то не забывай ставить лайк под видео и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи!